Приставка эффектор Taurus Zibo SL может использоваться как с обычными, так и с басовыми электрогитарами. Этот аппарат создает эффект реверберации в звучании инструмента, а также может вносить задержку в исходный сигнал. Разница между реверберацией и эхо состоит во времени между повторением сигнала, которое в первом случае гораздо короче, чем во втором. Микшируя обе эти обработки, можно получить, например, имитацию исполнения в большом зале или просто добавляя выразительность классическому гитарному звуку. Оба этих эффекта являются одними из наиболее популярных как у профессиональных музыкантов, так и у любителей. Приставка имеет четыре основных регулятора – Delay, Reverb, Balance и Effect. Также имеется дополнительный регулятор Repeat, определяющий количество повторов сигнала в режиме эхо от 0 до 90%. Электронная начинка приставки построена на базе DSP-процессора, работающего с разрешением 24 или 32 бита, и ACP-ЦАП с разрешением 20 бит и частотой дискретизации аудиосигнала 41,67 кГц. Благодаря применению цифровой обработки сигнала, качество звука получилось очень высоким, с минимальным уровнем шумов и искажений, а эффекты стабильными и легко управляемыми. Для подключения гитары служит стандартный разъем джек 6,3 мм, а выход у Zibo SL стереофонический, также выполненный на гнезде 6,3 мм джек. При необходимости подключения эффектора к монофоническому усилителю можно воспользоваться соответствующим переходником. Традиционно для приставок фирмы Zibo SL имеет ножную кнопку отключения обработки звука True Bypass. Для питания устройства используется внешний блок питания напряжением 12 вольт. Аппарат выполнен в надежном металлическом корпусе и рассчитан на длительную работу как при студийной работе, так и на концертах.